Что может быть прекраснее, чем понимание и осознание того, что у нас есть наш Господь? Он как птица, которая раскрывает свои крылья, распростирает их над нами, чтобы уберечь нас от всего плохого в этой жизни. И поэтому сейчас давайте мы споем песню о том, что будем жить под защитой таких крыл, Господних крыл. Под защитой твоей.